В стране 59 439 пациентов победили коронавирус. Зарегистрировано 66 688 человек с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели почти 1 миллион 220 тысяч исследований. Такие цифры сообщает Минздрав. 29 санаториев Беларуси выступают в роли реабилитационных центров для людей, перенесших пневмонию, в том числе после заражения коронавирусной инфекцией. Здоровье восстанавливают свыше 17 тысяч пациентов. 70%. Заполняемость, она сегодня оптимальна с учетом эпидситуации сегодняшней, соблюдением социального дистанцирования. Необходимо, чтобы человек приехал с результатами тестирования не позднее 2 суток с момента заезда. Значит, и также должна быть справка об отсутствии контактов на протяжении последних 2 недель с больными или контактами первого уровня. Выделенные деньги на поддержку экономики в условиях пандемии не исчерпаны. Об этом сообщает премьер-министр Беларуси. Страна затратила на различные надбавки, льготы, рассрочки и арендные каникулы около 500 000 000 рублей. Тем временем представительство Международной организации по миграции передало таможенному комитету запас средств индивидуальной защиты. Почти 15 000 масок, около 10 000 перчаток и 10 бесконтактных термометров.